хочу ехать. Мы гуляем одни. Таня, расскажи, что происходит. Мы едем на косу. Мы едем на косу. На косу, на Куршскую косу. Куршскую косу. А сколько времени? Времени сейчас. Простите, счастливые часов не наблюдают. 10:08. 30 минут. Да, ровно в 30. 30, да. У нас электричка. До Зеленогорска ласточка красивая. Новая. Жаркие летние твои. Мы едем на море, и это очень радует меня. Ты уже была на море здесь. Расскажи, каково второй раз ехать на море? Я слышу какой-то подтекст в твоем вопросе. Я слышу даже какой-то негатив по отношению ко мне и зависть, возможно. Пока я, значит, там на работе протирал штаны. А мог бы работать. Моя работа в этом заключается теперь. Протирать штаны. На вокзал. Вот это улица Кирова, наша родненькая. Вот это мы, наши родненькие. Это варежки наши родненькие, мамы вязаные. Да. И мы такие бежим. Мы сейчас на мосту влюбленных. На мосту влюбленных непонятно во что. Воняет нас нечисто. Да, воняет говнотечка немножко. Это не весна, не спросили. Да. Вот такой собрат Верещагинского паровоза стоит здесь. Серия ТЭ. До середины 70-х годов? Да ну нафиг. Уважаемые водители транспортных средств, будьте внимательны и осторожны при проезде. Максимальная мощность 1500 лошадиных сил. Соблюдайте правила безопасности. Конструктивная скорость 80 км в час. Вообще это неплохо. Если он до середины 70-х был в строю, так это вообще же... Чайки. Ваня, потеряешься в полицию. Уважаемые пассажиры, скоростной пригородный поезд «Ласточка» до станции Зеленоградск-Новый прибыл на 23-й путь. Скоростной пригородный поезд «Ласточка» до станции Зеленоградск-Новый прибыл на 23-й путь. Поезд проследует с остановками Кутузова Новая, 7-й километр. Спасибо за внимание. Уважаемые пассажиры, приехали в Зеленоградск. Да. Зеленоградск Новый. Мы приехали, а тут ремонт. Тут ремонт площади. Доехали очень быстро на поезде со скоростью 125 км в час за 15 минут буквально. Ну, всего за 30, но очень быстро, в общем. Электричка полная. Что-то все орут, все шумят. Душно, ужасно душно было. Рядышком еще дяденька сидела с перебою небольшого. За 60 рублей, я считаю, покатит вообще. Угу. Мы проехали километров? Не знаю. Теперь нам нужно найти, во-первых, выход отсюда, а во-вторых, место, откуда идут автобусы до станции Морское. Блин, как тут жить вообще, каково, да? А, этот, Сбербанк онлайн у вас есть? Нет, хорошо. Жесть, как тут жить можно? Два раза в день такое. Два раза электричка приходит, да? Да, электричка ходит два раза в сутки. Утреннюю мы благополучно проспали. О, блин, ну мне кажется, не прикольно. Вообще не прикольно. Такой поток людей прямо у твоих окон ходит каждый день. И это еще не сезон. Да, мы вообще в антисезон приехали. В антитуристический сезон. О, там море, что ли? Море, нифига. О,
Офигеть. Пойдем скорее вниз. Вниз прям? Да, конечно. Ой, как хорошо. Вау. Пойдем скорее. Довольная жена. Есть несколько способов сделать жену довольной. И это один из них. Показать море. Можешь пройти несколько шагов. Блин, пойдем дальше. Только шаг сделаешь вперед, да, сразу там будет волна. Тормознуть, ну, поговорю, не знаю, взял что-то с собой. Так, мы зашли в кафе «Забава» с логотипом «Балтики», и оно оказалось совсем пустым, но при этом работающим. Мы сейчас поедим супчика. Мы перекусили и идем по улице Балтийской в сторону автовокзала. Это остановка ФОК. Мы сейчас увидим две капеллы. И что-то еще. По всей видимости, на одной из центральных улиц города Зеленоград. Вот здесь мы можем видеть указатели, санаторий, развлекательный комплекс, музей кошек Мурариум. Но туда мы, конечно, не пойдем. Мы пойдем прямо. Пойдем прямо. Пойдем? Пойдем прямо. Кстати, кошек тут очень много, действительно. Да. Это уже третья буквально за 3 минуты.
И вообще тут с животными так довольно фривольно все обстоит, судя по всему. Мы когда шли к Северному вокзалу еще в Калининграде, а дорогу перебегали три собаки без ошейниковых. Причем первая из них была с каким-то куском мяса. И они еще постояли на красный свет светофора, подождали. Но все же потом пошли на красный. Но пошли на красный. То есть есть предел воспитанности этих собак. Да. А еще, кстати, около нашего дома тоже живет такой большой серый кот бездомный, как я поняла. И его, наверное, подкармливает женщина, которая, в общем-то, работает в магазине прямо в нашем доме. Да. В окно прямо его кормит. Городской центр культуры и искусства, кинотеатр «Курорт». Кинотеатр даже есть. Приятная улица. А по набережной ходили, видели такой прям красивый дом, целый дворец даже, я бы сказала. Заброшенный тоже. И да, и заброшенный. Вот так же вот растут деревья в нем. Крыши нет. Да, так он, правда, совсем. Фасад остался. Коты. Нет, смотри, ворон кошачий. Не, он даже не кошачий. Да, кошек. А, прикольно. Вот туристы будут его покормить кошек. Смотри, какой добротный кот. Добрый кот, вообще добрый кот. Кормушка для кошек. Можно купить. Кормежку покормить за 20 рублей. Кормушки для кошек. Блин, каждый желающий туристы могут купить такие формы. А, так это музей, наверное. Какой-то фетиш котовий. Да, котофейня. Скульптурная композиция. Что вы можете сказать по поводу такого широкого распространения котов в этом городе? Мяу! В ожидании зеленого света. Прикольно, мне нравится. Хоть я и не кошатник, но вот это вот кошачья какая-то, такой кошачий акцент этого города мне нравится. О, какой дом тоже старый. Класс. Классно. Торно. Идем туда, нам все-таки. У нас есть термос с чаем и бутерброды, и нам нужно где-нибудь присесть. Желательно бы на солнышке. Еще одна находка. Это такое книжное дерево, в котором можно оставить книгу и взять книгу. Вот в таких вот ящичках лежат у нас книжки. Гарри Каспаров, Евгений Евтушенко. Классно. Симпатично. Нашли дом вот с такой вот интересной информацией. В этом доме останавливалась королева Пруссии Луиза. И мы не очень понимаем, это просто жилой дом или какая-то, ну, какое-то учреждение, типа библиотеки, может быть.
Домик этот находится в окружении вот таких вот мастодонтов современных. И хлоп, такой маленький старинный дом. Приятно, красиво. В общем, мы решили переиграть немного. И не ехать сегодня на косу. Сейчас у нас такой небольшой полдник на каком-то стадионе с пляжным таким полем за новостройками города Кранца. Пацаны играют в футбол на заднем дворе рядом с розеткой для электромобилей. А вот оно, будущее российской глубинки. Времени много. И мы немного не подгадали с транспортом, думали, что можно на любой маршрутке буквально уехать на косу, но это оказалось не так. Автобусы ходят по расписанию, то есть тоже не постоянным потоком. Поэтому мы сегодняшний день посвятим изучению города Кранца. Сейчас мы заглядывали в музей филинов и сов, но решили не идти туда, а дождаться, пока Таня приедет сюда с Юрой, и уже всей семьей сходить посмотреть на совушек. Что, на принципе, что ли? Сразу видим. Да. Бедный. Он такой большой плюс. Да, он мне собаке хотел сказать. Такая интересная особенность. Счетчики здесь расположены на улице, на столбах. Квартира, номер дома. И можно посмотреть показатели. Что удобно, доступ к ним всегда есть. И не надо в квартиру ломиться. Каждый раз весело, да? Пойдешь все-таки? Может, не надо? Ну, пару шагов. И постой. Все, стой.